Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей, и сегодня у вас новый шутер, пока еще в раннем доступе, поэтому побегаем, постреляем. Опять же, похоже, будет агрофуниста, есть райтрейсинг, DLSS и прочие прелести жизни. В общем, давайте уже побегаем. В начале, похоже, обалденной истории, давайте пропускаем и опять же продолжим. Начинается наше видео, похоже, с обучения и обалденное оружие с какой-то динозавром. Обалдеть. Давайте немного побегаем, но опять же, разные мониторы и прочая херня чем-то даже похожа на Doom. Но опять же, могу ошибаться. Хорошо, ребята, а по оружию у нас получается есть также топор, есть также пистолет, поэтому в этом плане все хорошо. Значит, получается, давайте двигаться дальше, можем поломать окно и, в общем, не заморачиваться. Ха, давай. О, уф, бляха. Нихера, уже можем прокачивать нашего персонажа, значит, давайте пробежимся. Можем перезаряжать наше оружие быстрее, также шанс крита и урон пушки. Пушка, малышка. Давайте больше крита и продвигаемся дальше. Ой, здрасте. Ага, есть фонарик, не может не радовать. И опять же, чем-то похоже на тот же самый Doom. И вот, похоже, первый противник. Можем бросать нашего робота, и он спокойно с этим разбирается. То есть, получается, мы сами не стреляем, но, опять же, можем подбирать разные боезапасы. Братан, здорово. Нихера тебя жизнь помотала. И, получается, можем подбирать разные приколюхи с тел, поэтому... Может, знаешь, было бы как в Dead Space разбивать тела и подбирать разные приколюхи. Хорошо, давайте, в общем, двигаться дальше. Опять же, обучение, поэтому... Можно сканировать пространство, да, и понимать, что делать дальше. Но, опять же... Обалденная тема с этим дополнительным роботом. То есть получается по факту шутер, да? Но я ничего не делаю. Спасибо, братан. Паучок, ёпта. Весело, братан, здорово. Ага. Ой. Это что было? А ну. Ага, его, похоже, нужно поломать и, в общем, не заморачиваться. Но опять же, полное здоровье. Так, братан, доставай оружие. Ага, давай. Бляха, местами очень темно, но так иначе. Наш робот очень спасает, потому что, опять же, деморализует противника, а также его спокойно убивает, поэтому не может не радовать. Давайте чаще пользоваться. Я еще ни разу не стрелял. Давайте хотя бы немного постреляем, опять же. Ага, противника нет, а ну. Бляха. Полностью опустошили, в общем, автомат, поэтому давайте бежать дальше. Братан, здорово. Ой, ха, весело. Противника нет, поэтому а, давай. И нахера. А, можем пойти дальше. Welcome to the party. О, братан, здорово. Нихера себе большой. Достаем наш пистолет, получается, когда мы выпускаем робота. И продолжаем с автомата. Па-па-па-ра-па-па. Обалденная тема, большой робот, но так иначе. Ну, это даже не робот, какая-то тварь, похоже. И у нас, получается, появляются челюсти, сообщая о том, что можно опять пользоваться нашим роботом. Опять же, у нас, видишь, боезапас на максимум, потому что особо я не стреляю, но, в общем, дальше пройти не можем. Хорошо. Ага, по поводу прыжков, в общем, получается, персонаж не может прыгать два раза, как это часто бывает, но так иначе. Давай. О-о-о! Появляется дополнительное оружие. Обалдеть. О, весело. Это какого хера? Уже половина здоровья. Обалдеть. Братан, давай, держи. Нет. Здоровья очень мало. Бляха. Неужели? Фу, бляха, начало хорошее. Давайте хавать робота, получается, и получать дополнительную пушку. Уф, бляха, да уж, и это обучение, уже очень мало здоровья, опять же, дальше будет, похоже, еще веселей, а ну. Во, давайте бегать с нашим роботом, робот-малыш, похоже, вот, и даже не переживать. Опять же, обалденная тема, полностью обездвиживает противника, а также его дамажит, и поэтому можно даже... Уф, бляха. Сука! Братан, все хорошо? А, бляха, давай, фас. А, нихера себе, он его отбрасывает, весело. Фу, бляха, здоровья очень мало, постоянно нам пополняет, но это, похоже, только обучение, поэтому давайте пока бегать и не переживать. Хорошо. Ага. Давайте немного просканируем, но, похоже, нужно двигаться дальше. И ни припасов, ни боезапасов не вижу, хотя...
А ну, да, пройти не можем. За окном, получается, у нас глубокий космос, и, похоже, мы на какой-то станции, хер его знает. Давайте, в общем, в шаттл и даем по съебкам, да, в закат. О, давай. Ага, можем, похоже, выбрать свою сложность, давайте обычная, и уже поехали. Ой. Вау, это похоже наш корабль, давайте немного пробежимся, очень много разных объектов и получается наше оружие, обалдеть, три типа оружия, хорошо, давай дальше, и можем похоже создавать новое оружие, также прокачивать наше, обалдеть, можем прокачивать похоже нашу броню, весело. Ага, есть также ружье, но похоже не хватает приколюх, чтобы его сделать, поэтому давайте бежать дальше. Ха, ага. Вау, обалденно. Ага, карта места. И давайте, в общем, пройдемся, пробежимся. Очень много разных объектов, которые можно пощупать. Похоже, в будущем будут также, в общем, разные приколюхи, которые позволяют усиливать нашего персонажа. Да, получается, ребята, мы можем делать новую экипировку, в общем, и одевать на нашего персонажа. Но так иначе. Нужно уже, похоже, двигаться дальше по заданию. Но давайте лишний раз пробежимся и, может, найдем какие-то полезные вещи. Что это было? Весело. А, получается, на капсуле мы поехали на наш большой корабль. И, в общем, получается, мы на большом корабле подлетаем к планете, высаживаемся на капсуле и наводим суету. Я понял. Поднимаемся, в общем, на второй этаж и... Чего? Это чё? Это чё за азина три топора? Похоже, есть какая-то валюта, хер поймешь. И давайте продолжать бегать. Уютная конура. Ага, и похоже больше ничего хорошего. Давайте еще лишний раз бегаем. Второй этаж это получается полностью развлекуха. И можно опять же идти на первый этаж, отправляться на следующее задание. Так, получается особо прокачать ничего не можем. Поэтому давайте, ребята, уже следующее задание и поехали. Точнее, полетели. Вау. Уф, бляха, нихера себе. Весело. Добро пожаловать. Welcome to the party. Так иначе, ребята, это наше первое задание после обучения. И давайте с этим разбираться. Опять же, чем-то напоминает Doom. Высаживаем нашего робота, и он спокойно может пожамкать. Может даже не стрелять, не тратить наш боезапас, поэтому... Ну, видишь, у пистолета и так бесконечный боезапас, поэтому такое. Продолжаем, в общем, подбирать приколюхи и, в общем... Ага. А ну... Местами темно, поэтому не забываем также тот же самый фонарик. Но опять же, а ну. Ха. Братан, давай, пас. Весело. Вообще можно не стрелять, опять же. Вот, и добываем новое оружие. В общем, давайте найдем противника, его сможем пожамкать. И, уф, бляха, опять улучшение, похоже. Так, подожди, противника, похоже, больше нет, да? Давайте разбираться, урон так повышается, когда... Чего? Малышка... Получается, когда мы выпускаем робота, у нас достает пистолет и можем наносить больше дэмэджа. Ага, атаковать больше целей, нихера. Ха, запас вынос. Давайте лучше больше целей, получается, и можно спокойно выпускать робота, он будет наводить суету, ну, а мы чисто бегать, подбирать разные полезные вещи. Хорошо, значит, давайте... А ну... Ага, и похоже больше ничего хорошего. Вообще есть маза оббегивать разные, не знаю, закуточки, потому что можно подбирать разные боезапасы, поэтому давайте заморочимся. Неплохо, неплохо прокачали наше оружие, поэтому... ага. Ой, а никого похоже нет. Обалденно у нас оружие с каким-то драконом, хер поймешь. Ага, давай. Ага, дальше пройти не можем, и противника, похоже, нет. Вообще, по идее, это шутер, нужно побольше пострелять, а то, видишь, я читерю, так скажем, выпускаю постоянно робота, и наверх, похоже, подняться не можем, потому что, в общем, горит, пригорает, поэтому давайте, в общем, пробежимся и поймем, куда бежать дальше. Путь мой хороший. Подбираем новое оружие. Весело. Ага, похоже, нужно подниматься выше. И давайте разбираться, в общем. Ха. Ага, противника нет. А ну.
О, можем, похоже, пройти на шару. Весело. А, давайте вырубать эту херовину, пока не ясно, в общем. И, похоже, можем... Да, вырубили, в общем, напряжение. А фонарик постоянно вырубается, непонятно чего, почему, но так иначе. Где наша не пропадала, в общем, давайте роботом просканируем. И, похоже, противника нет, не может не радовать. Обалденная тема, знаешь, когда темно, не видишь противника, можно спокойно сканировать. И, как бы, и робот также пойдет в атаку еще при этом. Вот, обалденный шутер. Да уж, классный шутер, при этом мы даже особо не стреляем. Пройти дальше не можем, похоже, нужно как-то подниматься выше. Но, опять же, уже можем пройти. Было, похоже, повреждение кабеля, но, опять же, с этим мы разобрались. И... Ага. Да уж, показывай. Бочки, похоже, можно также подрывать. А ну. Ой. Не самая лучшая затея. Но опять же, эта херовина можно также палить, похоже, противника. Вот, но пока никого нет. Очень напоминает тот же самый Doom. Ближе к третьей части, но опять же. Ага. А ну. Вау. Нихера себе. Ой. А ну. Давай, мой хороший. Классный шутер. О, а ну показывай. О, обалдеть. Давай. Весело. Подбираем больше боезапаса и, в общем, можем уже двигаться дальше. Как в Fallout, в общем, взломали компьютер и, похоже... Ну, опять же, пока не ясно, куда он уже... похоже, выше, да? Давайте, в общем, подниматься. Хотя, а ну... Ага, да, дальше пройти не можем и давайте подниматься выше. О, не забываем, у нас также есть дополнительное оружие. Вот, и уже можем пройти. Ха, давай. Больше припасов, боезапасов. А ну. Ой. Все хорошо. А ну. О, бляха-палево. Обалдеть. Опять же, напоминает тот же самый Dead Space, а также третий Doom. Хорошо, противника нет, и можно даже немного побегать на игровом автомате. Ну как можно? Нельзя, по идее. Ну, в общем. Ага, давай. Ой. А ну, братюня. Сука, я худею. Обалденный шутер, да, просто бегаешь, запускаешь робота, можно даже не переживать. Но похоже, в общем, какой-то дикий замес, потому что открытое пространство. Вот, и давайте с этим разбираться, в общем. Ага, давай. Бляха, хер помешь. Слышу постоянно противника, он, похоже, сверху. И можем подниматься выше. А ну, давайте немного посканируем. Вот, и пока не ясно, в общем. А ну. Паша нахер. Уф, бляха. Так, противника, похоже, больше нет. Опять же, давайте подниматься выше и, в общем, разбираться. Ага, разбираться. А ну. А, эту херню, похоже, поломать нужно. Весело. Подбираем больше приколюх и потом можем как-то прокачивать нашего персонажа. Обалденное оружие, в общем, но так иначе. С этим роботом вообще обалденная тема, потому что ты, знаешь, не будет такого, что нежданно-негаданно на тебя нападет противник, потому что ты его подсвечиваешь, ну, не говоря уже о том, что сам робот тоже может атаковать. И боезапас особо даже не тратим. При этом у нас как бы на пистолет бесконечный боезапас, поэтому такое. Ага, пройти дальше, а ну, о, можем. Ха, а ну, братан, здорово. Ох, бляха, жизнь меня помотала. Да уж, Димон, я за тебя отомстю. Но так иначе, больше, похоже, ничего хорошего, поэтому давайте выбираться. Бля, что это за херня? Так иначе, давайте немного посканируем и можем взять дополнительное оружие. Но опять же, видишь, я его особо не трачу, поэтому такое. Ага. Налево пойдешь, папара-папа. Так, ребята, у нас робот откатился. Давайте немного посканируем. Но, опять же, дальше, похоже, пройти не можем. Берем больше припасов, боезапасов. И пока не ясно, в общем, куда, чего. Нужно подниматься выше и... А ну... Дальше пройти не можем. О, бляха.
братюня, там сбегай наверх, да, в общем, разберись с этими тварями, а потом уже пойдем побежим. Хорошо, ребята, коконы, похоже, мы все пожамкали, поэтому давайте подниматься выше. Здрасте. А ну. Ты мой хороший. Вот пару таких роботов, они сами, похоже, полностью могут пройти игру и можно даже не переживать. Ребята, у нас открывается новый проход, но опять же, давайте немного пробежимся. Не везде уже побегали, пощупали и, похоже, а ну. О, в этих коконах, знаешь, как ящики. Можно подбирать разные полезные вещи. Опять же, не забываем, что можно прокачивать нашего персонажа. И давайте быстро сбегаем. Там, опять же, могут быть разные полезные вещи. Также прокачивать нашего персонажа. Дальше пройти не можем. И дальше пройти не можем. О, а ну, давай, давай, мой хороший. Фаст. Весело. Обалденный шутер, ребят, ей-богу. Так много убиваем, стреляем, опять же. Да уж, ну, в общем, давайте двигаться дальше по заданию и пока не ясно, в общем. А ну. Бляха. Ага, и похоже... А ну. Так, ребят, у нас есть проход, но снизу постоянно, в общем, маякует какая-то херня. Давайте лишний раз бегаем, чтобы ничего не упускать и... Ага, ну, опять же, мы там, похоже, уже были, поэтому пока не ясно, в общем. Ага, давай. Какая-то херовина и до конца не ясно. Либо там какой-то ключ доступа, либо как-то врубать напряжение. Вот, но похер, давайте подниматься выше, опять же, по заданию и не заморачиваться. А неужели? Да уж, потерялся в двух кустах и было бы классно, как в Dead Space показывало направление. Но так иначе, похоже, очеред... А ну... Сука, пугают, пугают. Но так иначе, наш робот выручает, спасает, поэтому давайте двигаться дальше. А ну. О, неужели? Напрягающая музыка и творится полнейшая вакханалия. Давайте немного пробежимся, опять же, и, похоже, нужно какую-то херню активировать. О, братан, здорово. О, нямка. Обалденная тема с этим роботом вообще. Как бы, а ну. Это что за херня? У него появляется силовой щит. Нихера себе. А ну, фаст. Лошара. О, бляха, весело, весело. Давайте, в общем, бежать дальше, активировать разные приколюхи и, в общем, разбираться. Ага. Подсвечиваем противника. Похоже, есть также дополнительно бочки, которые можно подрывать. Но так иначе. А ну. О, бляха, куда? Чего, опять же? Давай, мой хороший. Сука. У него броня, ей-богу. А ну. Давай. Нямка. Бам. Хорош. Обалдеть. Подбираем больше припасов, боезапасов. Опять же, по большей части на максах, потому что особо не стреляю. И давайте бежать дальше. Робот откатывается очень быстро. Обалденная тема, можно подсвечивать противника. Единственное, знаешь, почему-то постоянно вырубает фонарик. И, в общем, не очень приятно, да? А ну. Похоже, нужно активировать и можем пройти дальше по заданию, опять же. Ага, давай. Ой, братюня. У нас такая херня уже есть, но, похоже, активировать не получается. Хорошо, может, есть маза эту бочку, так скажем, поставить в какой-то тент, не знаю. Ой. Что делать? Давайте, опять же, пробежимся по первому этажу. Очень много разных проходов, переходов и... Нужно, похоже, активировать и, в общем, можем двигаться дальше. Наверх пока не поднимаемся, хотя... Хер поймешь. Показывает, типа, нужно бежать назад. Но так или иначе. А ну. Обалдеть. Хер поймешь, а где бегаем, чего? Ага. Дальше пройти не можем. Хорошо, ребят, давайте подниматься, потому что немного задушнил, так скажем. Противника не так уж и много, поэтому можно спокойно бегать и не переживать.
Ага. Обалденные виды. Поднимаемся выше, ребят, и там, похоже, можно пойти дальше. А, давай. Похоже, нужно взломать компьютер, потому что я пробегал мимо и особо даже не активировал. Вот, во, и можем пройти дальше. О, бляха. Да, в общем, дается таймер, похоже, будет также противник, но пока не ясно, в общем. Ага, поломать не можем, я понял. Давай. Ну, опять же, там еще целая толпа противника, поэтому давайте с этим разбираться, в общем. А ну. Вообще нахер, твари. Противник, здорово. О, бляха, продолжаем. Па-па-па-па-па-па-па. Да уж, робот, в общем, большую эту херню не убивает, но так иначе хорошо дамажит, а также немного, похоже, станет. Хорошо. У нас где-то можно пройти дальше, и пока не ясно, в общем. Давайте подбирать больше припасов, боезапасов и... а ну. Весело. Вау. О, да будет свет. Да уж, местами было темно, но так иначе. Ха. Отдельно хочу сказать про оптимизацию. Да, я понимаю, коридорный шутер, но очень красивый, при этом FPS выдает больше 130. То есть, по факту, там 150-160 стабильно, да. И там, не знаю, когда взрывы, тогда уже там 130 со лишним. Поэтому очень хорошо оптимизировано. При этом еще игра в раннем доступе, и, как по мне, уже очень хорошо. При этом ее стоимость, по-моему, без скидоса 880 рублей. Что, как по мне, очень хорошо. Ну, а по атмосфере, а также ощущениям, очень напоминает смесь Дума, а также Dead Space, поэтому, не знаю, мне очень понравилось, хотя шутаны не моя тема, и так иначе большой лайк разработчикам, и надеюсь, у них выйдет полноценный проект, который будет рвать и метать. Так иначе, пишите ваше мнение в комментариях, ну а также большой палец вверх, если видео понравилось, есть группа ВКонтакте, подписывайтесь на канал, всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока!